Всем привет, ребята! С вами снова канал Владелец Аквариума. И снова я, Дима. Мои 72 литра. Вот сегодня понедельник, вчера я делал подмену воды на осмос. Итак, по параметрам воды. Вот какие параметры были на момент замены. После замены я мерил. GH6, KH3, PH7,5. То есть, что у нас получается? КАЖ упал на 1 единицу. Все остальное без изменений. Вот. Бактериальная пленка. Еще что-то есть, какие-то отголоски. Но уже, как бы, тут, мне кажется, это пыль просто. Вот. Она ушла. Поток фильтра меня сейчас не устраивает. Я его недавно разбирал и добавил туда синтепона. И не очень сильный поток. Плюс поставил снова маленькую губку, как префильтр, чтобы собирала муляку. Вот. Ну, в общем, по-моему, идет все на улучшение. По-моему. Не знаю, как будет дальше. По листикам, ну вот, смотрите, специально оставил, что за ночь поопадало. Вот, раз. Два, три, четыре, пять. Ну, шесть листиков. Тут маленький кустик, это просто всплыл, нужно будет его посадить. 6 листков, где-то 6-7. Все они такие, скажем так, пораженные чем-либо, не целые прямо отпадают. Надеюсь, скоро это пройдет. Посмотрим, что будет через неделю при следующей замене, опять же, на осмос. Вот. Ну, вот пока такое состояние. Ага, вот еще я им добавил вчера дубовые листья. Пока никто на дубовые листья не реагирует. Пока. Может быть, они еще там не приняли надлежащий вид, не знаю. Вот. В общем, так выглядит сейчас аквариум. Вот такое состояние его. Что с водой, что с пленкой, что с буцефаландрами, я показал. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если понравилось, пальцы вверх. И подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего. До свидания.